Нурсултан Назарбаев в Объединенных Арабских Эмиратах встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахаяном. Переговоры прошли в расширенном составе. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня и почти сразу же подписан ряд документов и соглашений. А это говорит о том, что у стран нет спорных вопросов и потенциал сотрудничества очень высок. Напомню, глава государства находится в Объединенных Арабских Эмиратах с официальным визитом. Казахстанский борт номер один приземлился в аэропорту Абу-Даби сегодня днем. Кроме встреч с руководством страны, Нурсултан Назарбаев проведет переговоры и с крупными арабскими бизнесменами. А уже завтра примет участие в работе Всемирного саммита «Энергия будущего», на который съедутся президенты, главы правительств и руководители влиятельных международных организаций из более чем 15 стран. Отмечу, что саммит носит стратегический характер. Это крупная площадка для обсуждения перспектив развития возобновляемых источников энергии и экологически чистых технологий.